Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про устройство авто. Сегодняшняя тема – общее устройство работы системы карбюратора. И вот, собственно, как оно выглядит. Но прежде чем начать основную часть данного видео, как всегда, позволю напомнить, чтобы не забывали подписываться на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, добавляйтесь ко мне в различные соцсети, я лично этому буду очень рад. Также обращайте внимание на подсказки, которые периодически всплывают в начале, середине и конце данного видео. И переходите по ним и смотрите, я провожу там небольшой опрос. И поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю под видео. Ну что ж, теперь перейдем к основной части данного видео. Это... Карбюратор легкового автомобиля состоит из двух частей. Первый – это корпус воздушной заслонки. И второй – корпус смесительной камеры и диффузоров. Как вы видите на данном изображении, в разрезе. В корпусе воздушной заслонки располагается воздушная заслонка с клапаном, осью и рычагом. Пусковое устройство. Поплавок с игольчатым клапаном, электромагнитный клапан, можно его сократить до аббревиатуры ЭМК для удобства, впускной патрубок с сетчатым фильтром. Далее, в корпусе смесительной камеры и диффузоров располагаются два смесительные камеры с распылителями, ускорителем насоса, экономайзер, диффузоры, топливные и воздушные жиклеры, дроссельные заслонки, винты качества и количества, смеси. На легковых автомобилях применяются карбюраторы эмульсионного типа, две камеры с последовательными открытием дроссельной заслонки. Карбюратор имеет следующие системы. Главная дозирующая система включает в себя главный топливный жиклер эмульсионного колодца, воздушные жиклеры-распылители, систему холостого ухода, включает в себя ЭМК, то есть электромагнитный клапан, с топливным жиклером холостого хода. Переходная система, экономайзер, срабатывает при открытии более открытия заслонки на 80%. Иконостат работает при полной нагрузке двигателя. Ускоритель насос уступает его действие при резком ускорении автомобиля. Пусковое устройство работает при пуске холодного двигателя. Вот, собственно, кратенько о чем я хотел рассказать про карбюратор. А также то, что на основе карбюратора были уже созданы система инжектор и вся последующая, вся электронная начинка. Но основа идет отсюда, поэтому я хотел бы затронуть и эту тему. Ну, что, собственно, хотелось бы сказать, все. А также позволю напомнить, чтобы не забывали подписываться на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, добавляйте ко мне различные соцсети, обращайте внимание на подсказки, поставьте, пожалуйста, колокольчик и обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю под своим видео. Всем спасибо, до новых встреч!